В преддверии летних каникул многие родители задумываются, чем занять своего ребенка. В этом году ивановские власти вместе с двумя вузами города запускают профильные летние лагеря дневного пребывания. Один из них на базе Политехнического университета. С детьми в возрасте от 14 до 17 лет в течение 3 недель будут заниматься преподаватели по направлению дизайна и текстиля. Кафедра текстильного дизайна для нас основополагающая. Конструирование швейных изделий, создание костюма, живопись, архитектура – это все стратегические направления нашей подготовки. И в этой связи нам очень важно, чтобы школьники прикипели душой к нашему университету, к нашим преподавателям, к нашим интеллектуальным возможностям. В летней школе текстильного дизайна ребята научатся работать с разными видами ткани, рисовать, создавать авторские принты. Один из учебных разделов посвящен бумажному моделированию. Вместе с педагогами школьники пройдут путь от примитивных форм до сложных макетов. Кроме того, подростков познакомят со старинной техникой лоскутного шитья. Мы гарантируем, что дети получат практические навыки лоскутного шитья. Это правильный момент. Значит, они просто научатся пользоваться инструментом, да, то есть мы покажем, как это возможно. Они смогут разбираться в тканях, они смогут понимать, из чего состоит рисунок, они смогут отличать ткани шуйских ситцев, например, от тканей трехгорки, например. Да? То есть это тоже практический навык. Кроме того, они будут изучать основы текстильного дизайна и вообще основы дизайна, которые существуют и которые изучаются в Политехническом университете. В современных мастерских проведут занятия по конструированию одежды. Для начала с помощью бодисканера снимут мерки, а на уменьшенные модели кукле юноши и девушки смогут поупражняться в создании исторического костюма или современных предметов гардероба. Лагеря у нас стартуют с 3 июня и заканчиваются 26 июня. Всего 21 день. В лагерях предусмотрены разовое питание, завтрак и обед. При этом программа посещения всех мероприятий предполагает, что эти находятся всегда с воспитателем. То есть они никогда не одни, они работают по программе. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться либо к оператору площадки, это либо РЭУ, либо ФГПУ, или в наш комитет молодежи, политики и спорта по телефону 59-46-20. Потребуется письменное заявление и согласие на обработку персональных данных. Профильный детский лагерь – это отличная возможность не только с пользой провести лето и найти новых друзей, но и научиться чему-то новому. В вузах рассчитывают, что такое знакомство с высшей школой поможет ребятам определиться с будущей профессией как можно скорее. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.